Здравствуйте, меня зовут Андрей Ли, я представляю сайт reinforcementlearning.ru а В этом видео мы будем с вами выбирать а, а, платформу, которая имеет GPU, то есть мы будем выбирать его веб-сайт или так сказать сервис, который представляет а, а, вам а, вычисления на видеокарте. А, вот, я хочу вам сказать, что это если вы собираетесь серьезно заниматься диплюнингом, выбор этой платформы или наличие своей видеокарты это достаточно важная задача. И вот ускоряет это, наверное, раза в три ваши, ну так, по личным ощущениям, да, так на самом деле можно замерить, но по личным ощущениям раза в три ускоряет вычисление. То есть, если просто делать на процессоре, то времени теряется достаточно много Вы долго будете ждать если это просто делать на процессоре а вот с помощью GPU вычисления делаются достаточно быстро но вкратце в чем разница процессора и GPU почему Intel не может сделать допустим GPU такие чтобы это CPU такое, чтобы она поддерживала быстрые операции. Вообще проблема простая, да, то есть ЦПУ поддерживает много операций, да, а GPU поддерживает только определенные операции, да. Вот, но он поддерживает однородные операции. То есть если у вас есть однородные операции, тензорные операции, вы делаете какие-то, значит, манипуляции с тензором, то их можно разбить на подзадачи, да, разбить задачу на подзадачи и вот как бы э, инициировать несколько тредов и пустить эту задачу по нескольким тредам, э, вот. И но GPU не может выполнять много различных операций, да, то есть он выполняет только одни операции, но очень хорошо и очень быстро однородные. Тензорные операции, это как раз те однородные операции, которые можно выполнять на выполняется хорошо вот почему Intel не интегрирует э, дополнительную э, Значит э, э, дополнительно какой-то процессор поставить который еще допустим дополнительную GPU на материнскую плату но это хороший вопрос на самом деле у Intel есть такие были такие решения но это была отдельная э, PCI плата вот вообще конечно с ростом э, Спроса на тензорные вычисления. Я думаю, что, может быть, скоро Intel предложит что-то встроенное и достаточно быстрое и интересное, которое составит конкуренцию Nvidia. Еще хотелось бы сказать, что есть у нас два главных лидера на рынке видеокарт. Это AMD и Nvidia. Nvidia первая начала, значит, приспосабливать свои библиотеки и выпускать новые библиотеки для того, чтобы работать с сенсорными вычислениями. Больше стало открываться, больше стало работать с Deep Learning Community. AMD работает в этом направлении, но немножко подстает. То есть, в принципе, я вот смотрел исходный код PyTorch, и я видел там имплементации HIP, да, это вот для AMD процессоров. По-моему, он уже поддерживает, но надо уточнить, что он действительно поддерживает. Но рассматривать в основном все а, вот а, облачные сервисы, которые представляют а, видеокарты, они основаны на NVIDIA. И еще есть такая особенность, что допустим, вот иногда бывает выгоднее купить свою видеокарту. Потому что Nvidia делит видеокарты на два сегмента, да, и они с разными ценами. Это карты для дата-центров и карты для рядовых пользователей. Так вот, карты для рядовых пользователей, они гораздо дешевле. А карты дата-центров, они могут быть раз всем дороже. Вот, то есть, если вы купите RTX 2080 Ti, то аналогичная примерно модель будет стоить, если там те, сколько стоит там 1070 до да, 1000 долларов где-то стоит 60-70 тысяч такая средне-плохенькая, вот то это получается 1000 долларов то аналогичная карта будет стоить намного дороже в разы для дата-центра вот поэтому я видел несколько проектов от компании различные которые раньше делали майнинг, и, может быть, будут делать майнинг, они приспосабливаются видеокарты для того, чтобы дата-сайентисты вот работали с, с их видеокартами, с их дата-центром, но эти карты, они как бы легально, они не могут работать в этом дата-центре и не могут предлагаться платные услуги на основании ритейл-видеокарт, обычных видеокарт, до да, 2080 Ti. Нужно покупать карты для дата-центров. И такие сервисы предлагаются, такие сервисы предлагаются в России. Вот мне пару человек писало на эту тему, просили протестировать их дата-центр, вот, попробовать видеокарты, но как бы ограничения есть, и чем частные дата-центры вот такие вот самодельные плохие, mm. это то, что есть у вас такая очень важная информация, и вы не хотите потерять свой датасет, чтобы он ушел в публичную, публичную, скажем, часть интернета то, конечно, лучше брать официальные какие-то провайдеры, которые гарантируют вам приватность ваших данных. Ну и вообще приватность данных это отдельная тема. Вот я участвовал в один из победителей Secure and Private AI Scholarship Challenge от Facebook и Udacity. Вот была интересная тема, тоже достаточно важная, потому что, допустим, все больше людей работает Ремоут работает на удаленной работе и, допустим, какие-то большие корпорации они не могут рисковать тем, чтобы отдать вам свои данные для того, чтобы вы их анализировали делали какую-то работу. А вот с такими технологиями это возможно. Но про такие библиотеки я поговорю еще попозже. Давайте с вами посмотрим, какие сервисы есть. Я сразу начну с того, что можно порекомендовать. Это первый сервис это Floyd Hub. Да? Вот, дружелюбный сервис. Достаточно приемлемыми ценами на GPU. Вот, вот такой вот он. Значит, есть предустановленные, значит, образы с предустановленными библиотеками. Можно самому библиотеки установить. Есть CLI, то есть, как, допустим, в Амазоне или в других крупных обычных провайдерах, значит, команд line интерфейс, который позволяет вам работать через терминал управлять удаленным сервером или выкладывать туда данные. Вот. Прайсинг у нас очень простой. Вот. За 9 долларов вы получаете доступ. Вот. И можете делать частные проекты. И вы можете купить так называемые Power Apps. Это вот есть Tesla K80, это как GTX 1050. Единственное, что этот GTX 1050 с большой памятью, 12 гигабайт за 1 2 доллара в час. Ну, у них подорожание, раньше был доллар, сейчас 1,2 2 доллара в час. Или Tesla V100. Ну, Tesla V100 это, наверное, одно из самых лучших того, что можно получить. 4 доллара в час. 4 доллара дороговато. Ну, тут вот, где-то 3,54 это нормальная цена. Вот даже можно за 3 найти. Вот, или CPU, вот, цены на CPU нормальные, 0,19 центов, центов за час или 48 центов за час. 8 CPU, 32 гигабайта памяти, 200 гигабайт SSD, достаточно неплохая цена. В общем, этот сервис достойный, я его попробовал, вот, и очень серьезно им доволен. Давайте попробуем залогиниться. И я вам покажу, что внутри. Вот, видите, вот здесь э, я делал reinforcement learning проекта. Вот э, можно э, делать не только сами reinforcement learning проекты, но можно выкладывать, э, делать так, чтобы у вас API был доступен, то есть э, запускать сервис, как называется, serving режим для того, чтобы это делать. Вот здесь workspace, э, различные проекты можно делать различные и дата сета. Ваши дата сета вы можете их укладывать с помощью CLI. Вот, и темплейт, различные уже решенные задачи, которые представляет Floyd Hub. Вот, рекомендую вам его строго. Вот, значит, не буду вам давать всякие различные ссылки, где вы можете получить скидку, вы можете найти в интернете. Вот, это не моя основная задача на этих скидках заработать, поэтому так вот. Paper Space. Вот это очень интересный сервис. Более такой... если Full такой с детским интерфейсом, такой вот какой-то полудетский, то, По то Paper Space это достаточно серьезный проект. Вот. Много различных опций. По-моему, тоже у них есть CLI. Но вот а, полгода назад я пытался CLI что-то делать. Оно то, то не поддерживал, то другой не поддерживал. Но у них привлекся инвестор, И они сейчас развиваются достаточно неплохо. Вот. Значит, есть различные продукты давайте с вами войдем. Вот, есть продукты Core и Gradient. Вот, значит, Gradient более удобный, как написано в Jupyter Notebook в один клик. Вот, и Core это просто виртуальная машина вам дается. Но вообще проект очень интересный, они там что-то анонсировали бесплатного. Вот, плюс 10 долларов кредит мне дали, что-то такое вот достаточно интересно. Но так, я его немножко использовал, вот, но так, да, что-то у меня 2 февраля, а, но ну это да, я пополнял, просто тестировал сервис. Вот, на самом деле здесь много чего интересного. Просто работает. Цены на GPU у нас сейчас посмотрим. Градиент, да? Давайте Core откроем. Машинс. Попробуем создать машину. допустим, ну, возьмем. А, Европа. Да. Ну, давайте лучше из коста возьмем, потому что там <coughs> может быть больше вариантов. Вот. И что у нас есть? Квадры есть. А, значит, обычные CPU машины есть. А, ну, квадры это не такие мощные машины. Хотя квадры пишет 6000, тоже достаточно неплохая машина. Вот, и здесь все можно посмотреть, доллар, доллар за час. В принципе, достаточно приемлемые цены, но они очень славятся своими ценами. Вот, э, цены очень-очень-очень неплохие. Вот, очень рекомендую вам этот сервис, попробуйте. Следующий это мы возьмем, э, значит, Amazon.com вот. На нем много функционала. Можно в один клик запускать Jupyter Notebook. Есть, по-моему, как называется, SageMaker. Вот. Я его пробовал. Можно запускать сервисы, значит, на... Значит, можно запускать отдельные тренинг джобс Это требует немножко больше кода. Но, допустим, вы можете взять какой-то дешевый SageMaker, дешевый Jupyter ноутбук, там с минимальной конфигурацией, в нем делать, писать код. А выполнять код, уже тренировать модель, вы можете на э, машине с GPU, которая стоит дорого. Вот, но даже мне не открывается. Но, честно говоря, я вот участвовал в Amazon AWS Depressor. и у меня были проблемы с балансом. Вот, не хочу, конечно, про Amazon ничего плохого говорить, но э, вот э, у меня там были кредиты, да, определенные, там карточка привязана. И в конце концов оказалось, что я там все свои кредиты использовал, хотя я там каждый час считал. Вот, поэтому биллинг это, конечно, большая проблема Амазона. Хотя если аккуратно пользоваться, если все настроить грамотно, я думаю, у вас с этим проблем не будет, но там было много странностей, я там достаточно долгое время использовал его практически бесплатно, потому что биллинг почему-то не хотел тарифицировать меня, и потом меня этим накрыло, и все. Как бы вот так вот бесплатно и закончилось. То есть биллинг, конечно, это большая проблема Амазона. У меня до этого был аккаунт, значит, до этого был аккаунт другой на Амазоне, но его взломали, поэтому будьте осторожны, аккаунта взламывают. Вот, следующий сервис это Microsoft Azure. Вот, они сделали нормальный Jupyter ноутбук. Стоимость тоже там у них примерно вся одинаковая в размере, в районе того, что я вам сказал. Вот, тоже попробуйте. Они очень сильно в эту сторону работают. И следующий это GCP, Google Cloud Platform. Стоит обратить внимание, цены тоже такие же примерно. Вот, сетап тоже есть CLI, все есть. Но еще я хотел бы обратить внимание на китайские сервисы, да? Alibaba Cloud. Посмотрите. О, там все по-русски, по-английски, не по-китайски. Ну, вот как бы есть такое, да. О, тоже можно найти достаточно приемлемые цены. Единственное, что задержка при общении с китайскими серверами после их всех фаерволов и запретов достаточно большая. То есть там учите, что связь с Китаем вроде бы канал хороший, но как бы в реальности связь не очень хорошая и есть, по-моему, Tencent Cloud. Вот, значит, вот это он, тоже здесь есть GPU Cloud Computing и вы можете здесь посмотреть, неплохой сервис. Вот из российских я знаю, что есть Selectel, который предоставляет облачные услуги, очень хороший сервис. Тоже могу вам его порекомендовать. Все по-русски. Вот если мы посмотрим, выделенный сервер с GPU. И написано выбрать конфигурацию. Вот. Ну, 4000 рублей в день. Сколько это получается? Это получается. Давайте с вами посчитаем. 4000. Делим на 24 и делим на 62. Да? 2,6 доллара за... А что это такое? 8 GTX 1080. Ну, во-первых, как бы это 1080, да, это все-таки дата-центр Selectel. И дата центр должны покупать особую видеокарты, да но здесь 1080. В принципе, это, если там 8 GTX 1080, поверьте, это очень неплохая, неплохое предложение. Или 4 GTX 1080, это очень неплохое предложение, поверьте мне. Вот, обратите внимание на Selectel. Еще я знаю, что Mail.ru предлагает, но вот когда я смотрел на тот, на тот момент Mail.ru GPU, там было достаточно дороговато. Вот, давайте с вами посмотрим. Мы uh, GPU, где у нас цены. Вот, 158 рублей в час. Период оплаты составляет один месяц, минимальное использование год. Да, или 186 рублей в час. Часовой план. Так, а какая конфигурация? Не написано. Да, конфигурация у нас не написана. NVIDIA GPU Cloud NGC Tesla V100. Наше решение используется самый технически продвинутый Tesla V100. <coughs> да, ну для Tesla V100 2 доллара, как мы видели, Float предлагает за 4. Хотя это не 2 доллара, а это 3 доллара, да? 3 долларов. Ну, в принципе, вполне рыночная цена. Когда они начинали, цены были совершенно нерациональные. Вот, а сейчас все достаточно проще и лучше. Вот, спасибо вам большое за внимание. Заходите на мой сайт reinforcementlearning.ru, где вы можете найти материалы, в том числе бесплатные, или обратиться ко мне за платной консультацией, мы можем провести индивидуальное обучение один на один. Вот. И я вам расскажу какие-то подробности. То есть я считаю, что индивидуальное обучение это лучший подход чем обычные безликие курсы, когда у вас возникают вопросы, и эти вопросы копятся, 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 и вы уже работаете, и вопросы копятся, 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 и потом вы наступает момент, когда вы должны, вы должны на этот вопрос ответить, а вы на него ответить не можете. Я отвечаю, стараюсь отвечать на все вопросы. Если мы что-то не пойдем, мы все найдем, мы все разберем, мы пойдем в исходный код, если нужно, мы разберем все до самых, самых, самых основ и поймем, как все работает. Вот, и ответим на все ваши вопросы. Разберем, в чем может быть ваша проблема. Поэтому спасибо вам большое за внимание. До свидания. Счастливо.